Всем привет, ребята, с вами Синий Шарк 49. У нас случилось кое-что очень плохое, ребята. Вы, наверное, спросите, что я сижу, ребята, заткнувши окна. Все окна заткнул этой древесиной. Потому что я поссорился с этим жителем, главным мэром деревни, он там же где-то в доме. И теперь он на меня жителей направил, они реально бьют меня. Я вот тут все заблокировал, они там хмыкают. Сегодня я, наверное, схожу к мэру деревни, чтобы он от меня отстал. Спрошу, можно ли, чтобы они ко мне не приставали. Главное, чтобы меня сейчас не начали бить. Ой, надо... Не, не бьет что-то. Ладно, сейчас не бьет. Тут закрою все. Пойду к мэру. У меня шлем есть. Вот, это дом мэра, ребята. Привет, это кто? Это фермер. Есть. Так, ой-ой. У него там жителей много. Ой, боже мой. Лагает. Ой-ой, где мэр-то? Где мэр? Ребята, вы мэра не видели? А вот, мэр деревни. Слушай, мэр, мог бы ты убрать этих жителей из моего дома? Они надоели. Не отвечает. Давай, отвечай. Глупый. Ладно, давайте всех выпустим. Не знаю, кто их тут в железной двери запер. Отойди. Да отойди ты. Да. С дороги. Все, выходите, жители, я вас освободил. Вы должны мне сказать спасибо. Все. Все вон отсюда. О, а вот это я возьму в награду. То вы у меня кирку не сломали. Идите отсюда все. Плохие жители, ребята, не попались. Значит, попадают, построили мне дом какой-то дурацкий. Все, идите, иди, иди, все. Покиньте помещение, друзья. Вот. Сломаю блоки. Вот. Вот. Поменяю на эту кирку. И закрою их. Ну, точнее, это. Выгоню всех. Все. Иди отсюда. По домам, по домам. Домой. И вы домой. Мэр деревни, ты можешь остаться. Я с тобой. Мэр деревни тоже убежал. Ладно, потом с ним разберемся. Их тут еще много. Ладно, сейчас будем сверху разгонять ребят. Главное, чтобы снизу не набежало. Ладно, я вот тут ставлю один блок. Так, вниз. Вниз, я сказал, иди. Так, ты тоже иди вниз. Ребята... Вон, вон, вниз, это дом мэра. Нам с мэром предстоит разговор. Так что убирайтесь куда подальше. И ты тоже. Давай, вон, вон. Сейчас за фермером этим схожу бестолковым. Тебе сказали, иди домой. А он тут встал спокойно. Давай, иди. На. Ну что, еще? Давай. Я не против буду. Молодец. Все, наконец-то. Сгинули. Ты тоже уходи. Ребята, угадайте, зачем я сейчас всех жителей убрал отсюда. До меня дошли слухи, то, что этот самый богатый житель мэра деревни что-то прячет в своем доме. Давайте заколотим окна, чтобы никто ничего не видел. Так. И где-то в его доме есть сокровище тогда, получается. Я хочу у них его взять в долг, то, что он мне дурацкий дом построил. Ребята, где же могли быть эти сокровища? Напишите, может, тут где-нибудь под землей. Ой, боже мой. Может, на балконе. На балконе такая вот странная штуковина, постройка.
и веревки. Ладно. О, ребят, кажется, понял. Кровать. Кровать. Вау, да. Люки. Дайте-ка. Да, я был прав. Дай. О, да, сундуки. Ой, ребята, сколько он такой богатый. Ладно, давайте это домой все отнесем и вернемся уже это с тележкой, шалкерами, боксами. Ой, а как поставить-то кровать найти, а не ведь активировать только. Ладно, жители же сюда не зайдут, надеюсь, за такое время. Так. Так, вот сюда. Так, ребята, в дом Нини. Розовая кровать. Они думают, что я у него кровать, наверное, украл. Так, тут дверь заколотим. Вот так поставим. Ой, они могли через эту в дом войти. Ну, как я вижу, пока жителей дома нет. В моем доме. Давайте все туда кладем. Так, как это? Мишура. Туда, туда. Так. Так, так, так. Вон. Надо бы спрятать этот картографический стол. То эти жулики все время на нем занимаются. Это мой картографический стол. Так, давайте возьмем тут два шалкер-бокса. Куда? А что такое? Кварцевый кирпич. Идемте, ребят, нам предстоит работа. Под названием украсть все. И стать богатыми, ребят. Они сюда не могли зайти. Видите? Дверь открыта. Пытались все-таки залезть. Но они у меня ничего не украдут. Так как ломать не умеют. Так, вон тут железную дверь поставили. Так, ломаем. Я очень есть хочу. Давайте, ребята, может, в кладовке этого мэра есть что-нибудь поесть. Скорее в кладовку его потайную под кроватью. Ну вот, у него мед есть. Так, давайте. Ой! Тут столько всего у него. Так, так, просто все берем. Все берем. Все его вещи. Так, 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 так. Ну, столько стаков изумрудных блоков, можно небоскреб построить просто. Не знаю, почему он такой скромный домик выбрал. Ну, на первый взгляд, это скромный домик, а на второй это уже гигантская крепость с алмазами. Потому что то, что там хранится, это очень круто. Так, кроватка. Кроватку мы, наверное, так... Знаете, почему, ребята, я сейчас складываю все в сундук? Сейчас покажу, почему. Так, 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 так. Так. Потому что если сломать шалкер-бокс, смотрите, прикол. Тун-тун-тун. И еще нужно. Вот. Еще тут. Один шалкер-бокс хватит. Так, 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 так. Да, у него вещей очень много было. Ну, было. А не осталось у него теперь ничего. Ровным счетом ничего. Еще сейчас шалкер-бокс нагрузим. Туда вещей. И уйдем. Так. Так. Забираем. Ну и последние вещи можно уже просто на спину положить. И домой увезти. Все, житель, пока. Не везет тебе. А, изумруды можно еще добыть. Вау, это что такое? Ой.
него еще шахта, что ли, личная. Не знаю. Давайте лучше так. Заколотим, мы уже все будем уходить. Нечего шататься. А вот этот дом мы не пустим его. Вот так тут это. О, ребята, у меня появилась идея. Я запру дверь и буду из творческого вида брать, и все. А они пусть тут все раскапывают, смотрят. То... О, как раз поторговать можно. Пришел как раз, кстати, ты. Как там тебя звать, не знаю. О, и ведь... Давайте, давайте, мы богатые. Так, давай торговать теперь. Давайте вот это у него купим. Ой, извини, я сейчас домой схожу. Надеюсь, он, ребят, не уедет. У него такие ценные товары. Так. Ну, это ладно. Скорее просто двери не закрываем. Туда все кладем. Я что, в туалете у паук завелся, ребята? Ладно, потом с ним разберемся. Так, 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 так. Так, ребята. Изумруды берем в правую руку, идем торговать. Так. Багровой дифой тут все заложим. Давайте еще немножко изумрудов. Вот, он еще там. Ну, может, еще у жителей что-нибудь купим. Если они еще не обнаружили то, что я вор. Так, привет. Давайте у него все товары скупим. Ладно. Ох. О, это, кажется, тот, которому это... Он, наверное, уже все дома не делает. Понял то, что у него плохо дома получаются. Гладкий камень. Вау, терракоту продает. Ребята, кто еще хочет быть богатым? Вау! Прикольно. Давайте возьмем из творческого кожи. Обменяем на это, на цветы. Тогда мы можем получить крутые крашеные штаны, которые в творческом невозможно найти. Так, кожа нужна. Ему нужна кожа. Стак кожи меняем на цветы. А пион желательно. Стой, 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 подожди. Погоди. Все, не можешь. Вот такой. Все. А, у меня изумруды кончились. Давайте еще у фермера купим. А, мало, это не фермер. Это рыбак. Вот, какие мы богатые ребята стали. Можем уже... А, давайте я землю заложим, ладно. Ладно, то, что эта земля особенная. Упс, ребята, а класть некуда. Все забито. Упс, все. Давайте теперь, не знаю, сундуки крафтить. Из творческого, наверное, сундуки возьмем. Найдем на что обменять. Вот, на это обменяю. И на это. И на это. Сюда положим предметы. Оп, оп, оп. Скорей, скорей. Я предметов много. Разгрузиться хочу поскорей. Оп.
все кончилось вместо ферм шалкере в боксе. Давайте проверим теперь туалет. Мне кажется, там не все нормально в туалете. Не знаю тогда, откуда это шипение было. Вау, тут темно. Ой, тут темно заложено. Тут дикой. Ребята. Всем пока, ребята, теперь. В следующем ролике не знаю, что будет.